Ему надо объяснить, что ты русский и гордись этим. Если хулиган будет защекочен и засмеется, это значит, что он уже побежден. Нет такого способа, который бы мог до конца проучить хулигана. Он найдет другой способ, как напакостить. В свое время мы мстили, тем же отвечали, как и нам. В жбан дать. Тройку в аттестат. Дать ему в глаз. Ну, там же написано «не мстите» в Библии. Я увидел, как школьный хулиган в буфете угощает мою любимую молоком. И я написал сочинение. «Знал давно, любила ты другого, знал давно, мечтала ты о нем, и как холмогорская корова за любовь платила молоком». Это было в классе седьмом. Не стоит, наверное, мстить, лучше простить, если это, конечно, что-то незначительное. Чем ты отличаешься от него, если ты так же будешь? А мне не надо мстить, я и так есть школьный хулиган. Отомстить можно добром. Это самая серьезная тема, понимаете? Потому что чем ты больше даешь агрессии на агрессию, это, наоборот, их возбуждает. Это же понятно. А если ты добром начинаешь нести, от этого люди с ума сходят. Я просто много примеров видел. Не люблю решать дракой, как бы я старался решать все словами. И потом, как оказалось, людей жизнь сама наказывала. Вот, проехал один из хулиганов, да. Это уже тюменский мотоциклетный хулиган. Дать ему читать хорошую книгу или дать ему посмотреть хороший фильм. Понять, почему этот хулиган появился в школе, и помочь ему стать не хулиганом, а человеком, который полностью реализует свои таланты и возможности, которые ему даны от природы, от Господа Бога. Месть была такая, девчачья. Смешные какие-то стишки про них написать. Надо хулиганить в детстве. Это то, что как бы позволяет малышу выразить себя как-то и почувствовать, а потом потолкаться, так сказать. Потому что в жизни ждут нас масса всяких ограничений, наказаний и так далее. Можно сделать ему какую-то неприятность, но в ответ ты получишь еще хуже от него что-то. Вот, поэтому с такими хулиганами, ну, их как-то надо ставить на место, может быть, там, привлекать старших. Я думаю, что увести его подругу. Отомстить с целью, чтобы он перестал тебя доставать, это дело правильное. А отомстить, чтобы сделать такую же гадость, как и он сделал, это что-то, на мой взгляд, не особо хорошее дело, чтобы не уподобляться. Люган.